Мои хорошие, спаси, сохрани всех, Господи. Показала вам сейчас, чем буду заниматься. Вспомнила рецепт наших мамочек, розочки. Розочки. Я готовила это печенье на канале в плейлистах. Так и называется плейлист. Печенье розочки. Я ставлю ссылку в комментариях. Готовьте. Это очень вкусно. Готовьте. Вы тоже можете себе позволить. Я в Киеве готовила с цельнозерновой муки пшеничной. Но здесь этой муки нету. Белая мука, я готовлю своим с белой муки. Я себе тоже позволяю взять и съесть с кофе пару печенек обязательно. Сейчас все украинцы находятся в страшном стрессе. У нас горе большое в стране, у нас война. Я, конечно, вот этого страха не вижу, как бы, не нахожусь, не слышу. Я вижу это все в интернете. Какое настроение? Какое настроение может быть? Кто-то говорил, писал мне, сейчас и худеть не нужно, но само худеется. Мне тоже худеется. Мне тоже худеется. У меня минус 4 килограмма. У меня сегодня вес, ну это, знаете, неуместно, но я скажу, 78 килограмм 300 грамм. 78-300. Мне это совершенно не нужно. Человек, который 50 лет худеет, да, лицо, фейс лица меняется, не то пальто. Точно так и у меня. Поэтому в Киеве я вес держала свой. Мне нельзя худеть, потому что лицо, скулы широкие, все моментально, отражение есть. Но скажу честно, здесь и продуктов моих нету. Нету тыквы такой, как я хочу. Нету яблок таких, как я хочу. Я иду на базар и выбираю, ой, мне це яблоко не подобається, я це хочу, дайте мне одрежьте ножиком, це я попробую. Девчата, ну дайте мне це попробовать. Здесь нет. Здесь заказывают из магазина, а я знаю, какие в магазине продукты. Все, здесь домой привозится. Селедки мои здесь нету. Того, чего я хочу, привыкла, здесь не заказывают. А я пристраиваюсь уже. Лично для меня не нужно, говорю, не нужно. Вчера они заказывают, мои дети себе что-то заказывают, им домой привозится. Я себе сварила суп, куриная грудка, цветная капуста, зеленый горошек. Говорю, не надо, мне на 2 дня прекрасный супчик, я 5 часов поем. То есть я под себя, я никого не гружу с собой. А что мы будем сегодня готовить? Они готовят себе сами. Меня не трогать, я сама себе все, и я никого не трогаю. Вот я рассказываю открытым текстом всем. Ем очень просто здесь, знаете, очень просто. Ну, как бы рассказала немножко. Вчера вышла из дома в 1:00 дня, 1:15 было. Домой зашла в квартиру ровно в 5:00, 17:00. То есть 4 часа я была на улице, 4 часа. Возле моря. Я прошла вчера 9 километров, там немножко у меня еще общение даже было. 4 часа меня не было дома. Ну, понятно, возле моря холодно немножко, как бы ветруганище, есть такое. Я не продула вчера ухо, наверное, хотя билет у меня целую ночь колола в ухе, целую ночь. Я в 3 часа встала, залезла в этот интернет, смотрела эти новости в 3 часа ночи, потом выключила, потом, Господи, дай мне сна, хотя бы немножко заснуть. Это было где-то 4:30 уже, ну, потом отключилась и заснула, спасибо Богу. Дома есть для уха все, и обезболиватель есть. Немножко в ухо накапать, снимается боль. Не лечение, а обезболивает. И лечение есть, все дома есть. Но я не взяла. Я только таблетки себе взяла. Ну вот так, как бы немножко рассказала вам. Я делаю такую нарезочку. Вчера снимала видео возле моря. Пожалуйста, посмотрите. Я стараюсь интересные какие-то моменты заснять. Там есть пару интересных моментов. Все интересное, но конкретно я еще вам такого не показывала. Посмотрите. Немножко отойдете, посмотрите. Очень тяжело всем. Я все прекрасно понимаю. Очень тяжело. Я сама себя здесь съедаю. Я постоянно думаю. Вижу все. В интернете все вижу. Тяжелое время у нас, страшное время для нашей Украины. Господи, дай силы выдержать это все. Ну что,
Сейчас буду заниматься печеньем. Получится очень вкусно. Готовьте. Я показала коротенькое видео. Женщину не показывала тушенку. Ну как факты? Нужны же факты нам. И вот она мне рассказывала. Я сделала полностью видео на 3 минуты где-то. Ее рассказ. И дома Кате показала. Катя мне перевела. О чем говорила эта женщина? Оказывается, у этой женщины невестка из Украины, родом из Киева, зовут Катя. Невестку турецкой женщины зовут Катя, она из Киева. Сейчас здесь, в Измите, находится ее мама. Мама приехала, и мама она еще начальница. То есть две женщины еще из Киева находятся у этой турчанки. Вот так люди нам помогают, нашим украинцам, принимают у себя дома в Турции. Мне было очень приятно. Эта женщина турецкая говорит, турчаночка говорит, что можно обменяться телефонами, и наши дети могут общаться. Они же с одного города. И две Кати. Как приятно. Но я не поняла конкретно из ее разговора. Уже дома мне Катя моя перевела. Мне вчера написала женщина, Оля Черная, кажется, Черная. Оля Черная из Днепра. Она говорит, Таня, я ваша подписчица. Я сейчас нахожусь в этом городе у своей дочки. Что и вы, Измит. Вот так. Вот так. Вот так и общаемся. Мои хорошие, я благодарна всем вам за просмотр моих видео. Я благодарна всем вам за общение, за комментарии. Мы обязательно будем с вами общаться на нашу тему. Обязательно. Еще немножко и будем общаться о здоровье. Наша тема обязательно будет у нас на канале. У меня такой хороший формат. Формат похудения и формат здоровья. Обязательно будем с вами здороветь у меня на канале. Всем до встречи и всем с Богом. Кофе завариваю. Вторая чашка. Сейчас 9 часов утра. Ну и буду заниматься сейчас печеньем. Рецепт наших мамочек. Розочки. Давайте вспомним. У меня рецепт находится в моем блокноте, которому уже больше 20 лет. Я с собой его взяла, этот блокнотик. У меня на канале есть плейлист. Печенье розочки. Все подробно рассказываю и показываю. Вторая чашка кофе сейчас пью и буду заниматься очень приятным делом. Так немножко отвлекаться буду. Творог в Турции зернистый. Я добавлю желточек по рецепту и вилочкой все, вилочкой соединю все в такую однородную массу. Даже блендер не буду брать. Мне Катя оставила со вчерашнего вечера, вот поставила баночку корицы, ванильный сахар, пергаментная бумажка. Ну а миксер я знаю, где находится. Уже изучила все. Вот здесь миксер, блендер. Уже знаю, где находятся продукты. Мука, сахар. Пью кофе, занимаюсь приятным делом. Печенье наших мамочек. Розочки. Розочки готовы. Где меньше крема я положила, вот в начале меньше крема, они такие красивые получились. Где больше крема, немножко они как бы разошлись. Не страшно, они очень вкусные, очень вкусные. Готовьте. В плейлисте рецепт. Оставлю ссылку в комментариях. Очень вкусное. Тает во рту. Нежное тесто. Самое главное, муки немного. Не забивайте мукой. Тесто должно быть очень мягкое. Вчера Катя покупала халву за Царство Небесное. Угощали Дениза халвой. Тахиная халва. Очень вкусная, с орешками. Катенька встала, нашла мне вот еще лекарства. Здесь морская водичка для носа. И таблеточки противовоспалительные с витамином С. Я буду лечиться, пить чай, ну и позволю себе, конечно, розочку.
молодой парень. В радиусе вот 300 метров никого нету. В маске пошел. Ну что сказать, это бортовой компьютер, нарушение 100%. Вдоль моря, вот, пожалуйста, скамеечки, столик, рядом тоже лавочки такие, скамеечки, люди приходят с детьми, тут обедают, достают свои термосы, достают свою еду, свои судочки, вилочки, бутики, ну, термос обязательно, и едят. И вот вдоль моря стоят вот такие столики. И люди обедают. Вот сейчас я пройду так, немножко покажу. Аккуратненько с камерой. Чужие люди. Сидит молодежь. Поняла, папа, наверное, маленький ребеночек. Да, вдвоем сидят. Отдыхают люди. Собачки такие хорошие, такие ухоженные вроде бы. Вот питание, они не голодные, шерсть хорошая. Крепкие собачки на травке лежат. Домики у них здесь есть. Вот так. Детская площадка. Ну просто пылесосят. Обратите внимание, 4 богатыря идет, 3 из них в масках. О чем это говорит? Ну где логическое мышление, люди? Вы идете на свежем воздухе, чистый кислород, в масках, сопли свои жуют, идут. На что не так? Клумбочки, тюльпанов. Вдоль пешеходных дорожек, пожалуйста, укрытие от солнышка. Пожалуйста. От начала парка и до конца. Вот такие укрытия. И никого рядом. А мы вдвоем в масках. Женщина молодец, каждый день ходит. Каждый день в спорте одета, брючки, кроссовочки. Каждый день идет в темпе. Молодчинка. Наш человек. Снежок. Я думаю, уже последний. Скоро растанет. Так интересно. Здесь снег. А вот эти кусты яркие, красные, красивые. Каждые 150-200 метров тренажеры, детские площадки. Каждых 150 метров. Вот за качельками просматриваются тренажеры.
Вот, пожалуйста, от солнца укрытие людям. Там вдали просматриваются еще качельки за деревьями. Вот, пожалуйста. Вот там качельки. Вон там качельки, лодочки желтые. Вот там качельки, смотрите. Я знаю, что делается у меня в парке, недалеко от дома. Ребенка своего не найдешь. Очередь на качельку. Хорошему нужно учиться. И так вдоль всей набережной. Качельки, турники спортивные, укрытие от солнышка. Вот я прошла 3,5 километра. Качельку не нужно искать ребенку. На каждом шагу папа, мама подводит ребеночка. И вот, пожалуйста, ребеночек занят, папа, мама, бабушка радуется. Сейчас разворачиваю камеру. И поняла. Мамочка со своей дочечкой идет. Родные души. Они в масках. Какая прелесть. Ума палата. Seni görünce, Katya, benim Katya'm çok memnun olur. Sevinir, aha, güler seni görünce. Ну, она мне переведет. А вот здесь тоже такое укрытие от солнышка, стульчики, стульчики. И вот такая аллейка здесь дальше, деревья. Вот, пожалуйста, красиво как. Люди, я только что пообщалась с женщиной, которая занимается спортом. Она поднимает голову, смотрит на меня, улыбается и говорит что-то на турецком. А я ж ноль, я ж ни одного слова. Знаете, как тот фильм «Свинарка и пастух»? «Свинарка и пастух». Все языки знаю, только одного не знаю, так и я точно. Ё-моё, не понимаю, что человек говорит. Я говорю, ну, туркиш, Украин, Украина, Киев. Ой, Украина, начала меня обнимать. Обнимает меня. Такая приятная, такая добрая женщина, улыбчивая. Может быть, такая, как я по возрасту даже. Может быть, немножко старше. Достала телефон, начала показывать своих детей, своего сына. Рассказывает, не рассказывает. Но я же ничего не понимаю. Я говорю, можно запишу? Мне Катя дома, дочка переведет, немножко переведет. Да, мол. И она прямо в телефон мне говорит, говорит. Катя дома переведет мне. О чем мне человек говорит? Ну что я знаю на турецком? Якшамлар, добрый вечер. Когда Денис приходит с работы, я говорю ему это. Ну, может, неправильно, конечно. Катя говорит, ты смотри, с арабским акцентом не говори. Денис вообще родом из Стамбула. Там совсем другой акцент. Чок шик, чок гюзель. Вот что я знаю, больше ничего не знаю. Но ничего, пообщалась я. Вот так. Вообще, турецкий язык очень сложный язык, Катя говорит. Тюркская группа, очень сложный. Говорит, английский язык – это просто детский язык, Катя говорит. Но она его учила 15 лет, она же лингвист. Говорит, английский, говорит, для меня, то есть для Кати, детский. Хотя на турецком тарахтит. Когда приходит Денис, она так тарахтит, я говорю, слушай, тебя же люди не поймут, ты же медленнее, медленнее немножко. Вот так. Так что пообщалась я с турецкими женщинами. Очень приятные, улыбчивые люди, скажу честно, очень улыбчивые, доброжелательные люди. Мне очень приятно. Вот так. Не зная ни одного слова на турецком языке, я общаюсь. Взгляд, мимика, какое-то общее слово найдем. Вот так. Вот так и общаемся.
Приятно, конечно, приятно. Вот за ручки люди ходят. И плечо масло. У нас единицы так будут идти. Скорее всего, у нас очень возрастные люди, которым уже за 80. Я такое встречала. Интеллигентные люди. Я такое встречала в Киеве. А здесь массово. Муж и жена за ручки. Мне писали наши люди. Это они, наверное, только познакомились. Нет. Нет. Вот так. Нет. Какие красивые здесь собаки. Такие ухоженные. Такая шерстка на них красивая. И никто их не боится. Большие, большие собаки. Спокойно идешь, Катя говорит. Не бойся, тебя собаки не тронут здесь. Вот так. Пожалуйста, показала, спокойно иду. У нас не так. Они бы уже рычали, эти собаки. Они спокойно так не лежат. Они пугливые у нас, они боятся людей у нас. О чем это свидетельствует, а? Давайте подумаем. Взяла крупным планом, там играют собаки. А вот две собаки большие. Как львы лежат. Такие крупные, ухоженные. Играются возле людей, посмотрите. Не боятся людей, подходят к людям. Ласку чувствуют. Вот, пожалуйста. А там мужчины стоят. Вот, пожалуйста, смотрите, люди. Вот какие в Турции бездомные собачки. Хочу вам кое-что показать всем. Вот я стою у моря. Вот столики для отдыха. И здесь отдыхают люди с детьми, с маленькими. Рядом площадка детская. И вот я вам сейчас покажу. Сейчас подойду, покажу. Начинаю я с этого красивого дерева. Вот, пожалуйста, такие ягодки красные, яркие. Не знаю, как называется это дерево. Сейчас опущу камеру и показываю. Смотрите. В таком красивом, ухоженном парке стрижка травки, деревья, стрижка, пожалуйста. Стоит, как у нас в Украине кажут, собачья будка. Кто видел у себя в красивых парках собачьи будки, то есть домики для бездомных собак? Поднимите руку, кто видел? Я киевлянка, я родилась в Киеве. Ни в одном парке города Киева не будет собачьей будки. Ну, если поставят под мусоркой, где-то под сараем, ну, вряд ли, не видела. Вот, пожалуйста, еще капитально, там внутри баночка белая просматривается с кормом, корм. Вот тряпочка лежит. А сверху, как у нас говорят, рубероид или рубероид, как-то так, да, рубероид, кажется. Вот, капитально, от ветра, от дождя. И я в этом парке видела несколько таких собачьих будочек, собачьих домиков. Вот, пожалуйста, вам. Вот под таким красивым кустом, именно под красивым кустом, не где-то под сараем, под забором, в парке, в красивом парке, море, пальмы. Собачья будка, люди. А? Это о чем говорит? О чем это говорит? Ребята, давайте учиться доброму и красивому. У меня, как всегда, небольшая ремарочка. У нас скажут, знаете как? Ты что? Собачья будка? Собачья будка в таком парке? Элитный парк, вы что? Тут такие машины, тут такая публика, тут буквально мажоры все. Какая собачья будка? У нас все по-богатому. Точно фильм «За дома за тями». По-моднему. А в Турции с душой. Люди, обратите внимание, двое мужчин, у них турка, они заваривают кофе по-турецки. Посмотрите, не пиво,
Не пивасик у них. У кого-то термос чая, а мужчины с турочкой. Какая прелесть!